о нет, спасите, у меня нет руки, о боже, о, что делать, у меня нет руки. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то я дорисую кое-что. 3, 2, 1, молодец, я дорисую кое-что. Ого, у него реально нет руки, вы только посмотрите. Мне кажется, ему реально нужно помочь, давайте ему нарисуем, наверное, ногу. Может быть, это поможет? Нет, это не помогло, действительно. Может быть, попробуем руку нарисовать? Спасибо, теперь у меня есть рука. Ну да, действительно, теперь у тебя есть рука, и даже тебе вот такая какая-то странная тета подошла. Ну действительно, когда у тебя нет руки, тебе любая рука подойдет. Так, а мы переходим к следующему уровню. Я здесь потерял мои шорты. Помоги мне, пожалуйста, их найти. Ну ладно, смотри. Вот здесь у нас море, да? Допустим, допустим. И в море где-то там лежат твои шорты. А ты их потерял. Но мне кажется, самое верное, тебе нужно нарисовать бюстгальтер. Да, вам не послышалось. Ладно. Нет, нет, так нет. Ну, значит, давайте попробуем нарисовать ему все-таки шорты. Спасибо. Ты мне нарисовал и бюстгальтер, и шорты. Как раз то, что нужно. Вот это да! Ему и бюстгальтер подошел, да и шорты. Вот это да! Я просто в шоке от этого. Как ему так могло подойти это? О нет, посмотрите, у него нет головы! О нет! О! Я просто в шоке, посмотрите, у него реально нет головы. Что же ему можно нарисовать? Слушайте, давайте ему продолжение что ли сделаем. Фонтанчик такой. Фонтанчик! Уи! Нет, фонтанчик все-таки не помог, да. Естественно, не поможет это. А мне кажется, что может подойти еще одна рука, вот такая. А, пальмочки, пальмочки, пальмочки. Только это не похоже на пальмы. Нет, конечно же, не подошло. Давайте попробуем нарисовать такое же, как у него лицо, как у соседа. Вот такое. Эй, братан, ну че, как дела? Да нормально вообще. Где вообще это так подходит, это голова? Ну, конечно, подходит. Как это может не подходить? Очень странно, на самом деле. Помогите! У меня нет головы! О, божечки! Где моя голова? Я ее что, дома забыл? Ну да, смотри. Вот здесь у тебя школа. Да? Школа. Так, ну, ты уже в школе, допустим. И ты в кабинете. Нет, сейчас. Нет. И здесь твоя злая училка, которая хочет оставить тебе двойку и говорит, что она забыла. Что, ты забыл дома? Голову. Да. Допустим. А твой дом очень далеко. Ты за головой не сможешь сходить. И поэтому тебе нужно нарисовать твою злую училку. Твоя училка выглядит так. Сейчас. Которая вечно ходит с линейкой. Ладно, раз тебе так не подходит, давайте ему нарисуем голову. Нет. Может быть, тогда нарисуем пакет? Пакет и голова? Нет. А может быть, просто голову, и тогда училка не будет злиться? Спасибо! Мне поставили тройку. Благодаря тебе у меня нет двойки. Ну, действительно. Ну, хотя бы тройка это лучше, чем двойка. Потому что двойка испортит все твою оценку на четверть. И придется кучу пятерок зарабатывать или четверок, поэтому... Все-таки лучше уж тройку получить. О нет, а где мой бюстгальтер? О боже мой, ты где его потерял-то?
Да я шла по улице просто, а с моря и потеряла. Вот это да, как можно идти и потерять. Ну, знаете, я помню эту Машу. Маша. Это Маша Расселяша. Потеряла свой бюстгальтер. Вот такой бюстгальтер, розовенький. Ну, знаете, она его оставила. Где-то там. Очень далеко. Это очень странно, поэтому давайте ей нарисуем. Нарисуем что? Что ей нарисовать? Ну что тебе нарисовать-то? Давайте ей нарисуем кофту, кофту, кофту. Отличная идея, кофта. Нарисовать кофту, отлично просто. Знаете, что можно еще нарисовать, когда у Маши и Ресвеши нет бюстгальтера? Не подходит пупик. Так, давайте тогда нарисуем все-таки бюстгальтер. Это, конечно же, самый лучший повод. Спасибо, теперь у меня есть... Бюстгальтер, точняк, я то и забыла, я растеряша, да еще и забываша. Ну да, если ты растеряша, то и, скорее всего, забываша, потому что... Ну, знаете, это две совместимые вещи, потеряша и растеряша. Ой, потеряша и забываша, потому что... Когда теряешь, ты можешь и забыть, например, там, где ты положил, и, короче... А, много чего бывает такого. О боже, где моя нога? У меня одна кость торчит. Вот это да. И куда ты дел? Ну давайте пластырь ему нарисуем. Нет, это не подошло. Естественно, естественно. Давайте ему тогда нарисуем. Точнее, зарисуем косточку, чтобы он так сильно за косточку не переживал. Чтобы сильно так за косточку не переживал. Все, твоя косточка замазана. Ну, давайте ему тогда еще одну, что ли, ногу нарисуем. Это, наверное, самый лучший вариант. Ого, это сошло! Тут-туц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 . Ну, кто о чем? Я, например, помогаю, он просто стучит ногой. Ну, да, в принципе. Наверное, это по его мнению, это логично. По-моему, нет. Эй, а ты подписался и поставил лайк? Что? Я не поставила лайк. Почему ты не поставил лайк? Не знаю, ну сейчас. Так, сейчас нарисую быстренько лайк. Оп, 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 оп. Ты забыл поставить на колокольчик. Ладно, я быстренько, сейчас. И вот так, типа, пунь-пунь-пунь. Ты еще забыл на кнопку подписаться нажать. Ладно, вот тебе кнопка. И все-таки ему что-то еще не хватает. Я вообще в шоке просто, давайте нарисуем солнце. Может быть, ему этого хватит? Нет, давайте ему нарисуем вот так, вот. Вот такое я хотела сказать вот такое, в итоге у меня получилось вот так. Ладно, так, давайте вот так. Нет, а вот так. Что? Как ты здесь оказался? Я нажал на кнопку подписаться и колокольчик подписался, да. Я тут раз потерял. Ну да, в принципе. Эй. Только и умеет трусы терять. О, я упал с забора. Я хотел, и как обычно, в школу пойти. И в итоге упал сильно, как больно. Эх, а пластырь тебе на что в рюкзаке? А, нет, давайте напишем. Я с то... Ну-ся. Может быть, кто-то поймет? Ау. Ну, а вы где? Вы? Где? Я, например, сижу рядом с ним.
Ой, да ладно тебе, сейчас пластырь тебе нарисую. Может быть, такой тебе пластырь подойдет? Что, все? Не течет больше кровь? Не течет, не течет, а ты как думал? Перестанет же когда-нибудь? Побыстрее мне сходить в туалет, где туалет? Туалет. Да, как говорится, кто о чем, а я нарисую ему гидройтий. Я помню, что в каком-то уровне нужно было нарисовать гидранг, тоже для туалета. Давайте ему тоже нарисуем гидранг. Нет, это не сработало, давайте ему нарисуем столб, чтобы, ну, как собачка, знаете. Вот тебе, оп. Нет, это тоже ему не подошло, давайте нарисуем краник, чтобы он руки помыл. Нужно руки мыть. Нет, это тоже не подошло. Ну, может, туалет нарисуем, только давайте с этой стороны нарисуем, чтобы другие могли сходить, а не он. О. Оп. Нет, это не подошло. Тогда давайте вот с этой стороны попробуем нарисовать туалет. Вот так и оп. Нет, реально? Ну это же похоже 100% на туалет. Как это может быть не подходить? Давайте вот так. Нет, а вот... Просто давайте я подведу вот так. Знаете, бывает так, что показывает неправильно, а все-таки там что-то подведешь, и что-то станет правильно. Спасибо. Ладно, я не буду на это уже смотреть. Я хочу в туалет, помогите. Да, не зря я вот сделала такое лицо, потому что мне теперь и для песика нужно рисовать туалет. Это очень странно. Давайте я ему нарисую обычный туалет. Но почему он красный? Давайте такой туалет. Нет, ладно. Тогда вот так. Давайте так и так. И здесь у меня будет так и так. Я знаю, что это не похоже на туалет, но... Думала, может быть, трон ему подойдет. Ладно. Как я там нарисовала? Вот так, так... И так, и вот здесь. А если сойдет, то можно подравнять просто. Да, не, это не сошло, не сошло. Здесь все поправляем, чтобы обводим все, как говорится, по второму разу. И смотрите. Нет, это тоже не сошло. Давайте попробуем нарисовать ему столб. Может быть, ему столб подойдет. Оп. Нет, тоже не подошло. Но тогда давайте попробуем гидранг. Может быть, это все-таки этот уровень. Нет, давайте еще раз поровнее попробуем нарисовать что-то. Я прям уж сильно разбежалась именно по размерам. Так, давайте вот здесь попробуем посерединке. Нормальный, хороший гидранг. Вот так, и вот здесь вот так. И здесь немного можно обвести. Нет, тоже не подошел, что это такое. Не подходит и не подходит. Это очень, на самом деле, странно, ведь вроде похоже. Я могу нарисовать. Ой, написать. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Даша вообще, это прям самое важное дело, это просто рисовать всем туалет и трусы без галтеры. Самое нужное, как говорится. У меня нет закуски. Ну да, я уже вижу, какой здесь цвет. Здесь цвет зеленый. Что может быть зеленый? У тебя может быть зеленое лицо. Вот такое. Нет, это реально не помогло. Жалко. Может быть, вот такое лицо? Вот такое. А, нет, это тоже не подошло. Ну, ничего страшного, в принципе. Смотрите, вот здесь мерзнет кто-то. Мне так холодно, помоги мне. Ну, раз тебе холодно, то давай что-нибудь я солнце нарисую. А, нет, это не подошло. Может быть, вот так? Солнце нарисую. А, нет. У него что-то так ноги косятся. Давайте я ему прям в точь-точь такие же ноги попробую сделать. Сапоги, как говорится. И давайте здесь я еще... О, что? Он жарит курицу на... сапогах. Жарит курицу на сапогах. Я так прогадал.
проголодался, спасибо. Хоть и на носках, но все равно я уже согрелся. Да, я, конечно, просто в шоке. Просто... просто жарить мясо на носках. Это... вот это да. Я даже не думала, что так можно было делать. Жарить мясо на носках. Я все еще не перестану это говорить, но... Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, перейдите в следующее мое видео. Увидимся там!